Для жителей пятихаток открытие многофункциональной спортивной площадки – событие долгожданное. Площадь более 1000 квадратных метров. Спортивное покрытие предназначено для занятий мини-футболом, волейболом, баскетболом и другими видами спорта. Это хорошая тренировочная база для сельских мальчишек и девчонок. На открытие нового спортивного объекта приехали почетные гости. Глава муниципального образования, город-курорт Анапа Сергей Павлович Сергеев сказал, лицеисты пускай ремонтируют свое здание – для того, чтобы оно было уютным, комфортным и потом осваивать спортивную арену. Но пока идет школьное лето, дети из поселка Пятихатки должны иметь возможность здесь полноценно заниматься. Красную ленточку вместе с будущей звездой большого спорта перерезали заместитель главы Людмила Гузенко и председатель совета Леонид Кочетов. От администрации города дети вручили подарок. Самые нужные на площадке – мячи. Для собравшихся гостей на церемонии выступил вокальный ансамбль «Радость», представители подростково-молодежного клуба «Комета». А затем на площадке состоялись первые веселые старты. Жители такому подарку от администрации города рады. Мне понравится, что площадка вообще появилась. Хоть какое-то разнообразие, что-то новое. Можно теперь побегать, хоть каждый день бегать, играть, веселиться. Я очень довольна, что у нас в пятихатках что-то появилось вот такое именно красивое, хорошее для наших детей, для наших внуков. Мы радуемся, какая-то цивилизация к нам пошла. Условия для занятий спортом очень важны, особенно для школьников. Духовное и физическое развитие подрастающей смены – это и есть вклад в золотой фонд и будущее города-курорта. Здоровое и сильное новое поколение. Алина Гумерова, Роман Карпов, Анапа регион.